Вождение в нетрезвом виде уже не редкость. За 3 месяца этого года в Сарове к административной ответственности привлекли более 60 водителей, кто садился за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 14 человек из них стали участниками аварий. Данная акция нацелена на пропаганду трезвого образа жизни, недопущение управления автомобилем в состоянии опьянения, а также на формирование нетерпимого отношения общества к лицам, садящих за руль в нетрезвом состоянии. В связи с чем госавтоинспекция призывает всех недоумевших граждан позвонить по телефону 112, если вам стало известно о передвижении трезвого водителя, и сообщить следующую информацию. Марку, государственный регистрационный знак, транспортного средства, а также приблизительный маршрут движения. Школьники вместе с работниками полиции раздавали автовладельцам лимонад с надписью «Трезвый водитель». Также участники акции получили памятки об опасности вождения в состоянии алкогольного опьянения. ГИБДД проводит акцию «Трезвый водитель». Соблюдайте правила дорожного движения, не пейте за рулем, и вот вам лимонад. Впереди майские праздники, потом летние каникулы, что очень много будет детей. И чтобы, находясь за рулем, нужно быть очень внимательным и ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом виде. Берегите себя, свой автомобиль и жизни других участников дорожного движения. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.